Знаете, когда все хорошо, депутаты Верховной Рады сидят здесь в первых рядах, докладывают, выступают, мы даже не согласно регламенту предоставляем им слово. У нас беда. Наш город расстреливает. Наша общественность возмущена. Депутаты принимают, на мой взгляд, правильное решение городского совета. Депутаты Верховной Рады, никто не высказал своего мнения. Не депутат Матвиенков, его сидят здесь два помощника в зале, официальных помощников. Не депутат Белый, его Азамаш, сегодня представитель Азамаша здесь находится, лежит 4 месяца, бюджет недополучает деньги, люди не получают зарплаты. Депутат Тарута, общественность, у нас здесь Затоцкий сидит, Борис, общественность. Пускай придут сюда тоже человек, который рядом находится Тарута. Они что, не могут сказать свое мнение?